В парке найден дремлик широколистный. Такой, в общем-то, внешне не очень такой яркий растение, но тем не менее это представитель семейства орхидных, которые, в общем-то, многие виды которых у нас входят и в Красную книгу Нижегородской области, и Российской Федерации. Но все-таки большая часть краснокнижных растений расположена на территории Слуды. Здесь есть и дремлик болотный, и кизильник черноплодный. Всего 10 видов особых растений, и они теперь нанесены на карту. Обозначены и места обитания краснокнижных животных. Карту особенно изучают и те, кто планирует благоустраивать парк. Сейчас на 2020-2021 год запланирована реализация мероприятий на территории Верхнего плато, на территории 52 гектара. И на этой территории экспертами не обнаружено краснокнижных видов, либо они находятся в таких местах, которые не влияют никак на реализацию мероприятий. В ходе экологической экспертизы проектанты получили рекомендации. Мы будем контролировать эту ситуацию со своей стороны. И хочу отметить, что документация, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, должна исполняться строго в соответствии с действующим законодательством. За работами по благоустройству парка будет вестись особый контроль. Краснокнижные растения и животные пострадать не должны. Дарья Кульбакина и Валерий Шакуров. Время новостей.